Администрация открывает прием заявок на благоустройство общественных территорий в рамках федерального проекта «ЖКХ и городская среда». С 19 апреля жители областного центра могут принести в управление благоустройства заявку на усовершенствование той или иной территории общего пользования. Специалисты будут принимать как коллективные, так и индивидуальные заявки. Под общественной территорией понимается территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуются неограниченный круг лиц, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов, скверы, парки, бульвары. Заявка должна включать эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ, а также списка предлагаемых к размещению малых архитектурных форм – лавочек, урн и так далее. Заявки принимаются в течение 12 календарных дней. После специально созданная комиссия рассмотрит предложения жителей и выберет лучшие. За них уже на сайте мэрии смогут проголосовать ивановцы. После этого осмечивается, получается, заключение экспертизы и приступаем к работам. Мы ориентируемся, что это будет июль-август месяц. На сайте мэрии уже размещен пробный список мест для возможного благоустройства. В голосовании приняли участие больше 9 тысяч человек. В перечне сквер мастеров, аллея на улице Гагарина, Садовый бульвар, аллея на улице Шубиных. Принимаются и другие варианты, предлагаемые жителями областного центра. Мы вывесили тот список, который сами понимаем, что есть потребности для города. Заодно нам эта голосовалочка, скажем, которая была и есть, остается пока, очень было даже полезно посмотреть степень и важности тех или иных объектов. Предположительно, на благоустройство дворов и общественных территорий областной центр получит около 100 миллионов рублей. Только треть суммы будет потрачена на скверы и аллеи. Сколько объектов будет благоустроено, пока чиновники сказать не могут. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.